Продолжает выступление наш гость Станислав Зубцов. Станислав Зубцов, эсетта, суомен лаулу. Как называется песня? Ага, окей. Хан саноице. Kaikille hyvää päivää, toivottavasti kaikki ovat iloisia tähän. Первую мелодию я сыграю вам. Старинную мелодию. Я хочу ее сыграть вам именно потому, что называется она «Лучи любви». Такая ренессансная песенка. Спасибо, немножко праздничного настроения такого, мажорчика. А теперь я вам, конечно же, хотел бы сыграть немножко музыки на инструменте, который ближе к этой земле, на кантеле. Мне очень повезло, я в свое время я... Так, в чем дело? Вот в чем дело. Надо покрутить немножко такой инструмент, его так просто не возьмешь. Надо сначала покрутить, а потом он заработает. Вот. Мне очень повезло, что я попал в Хельсинки как-то несколько лет назад. И там поучился играть немножко на этом кантеле, на этом инструменте. Не на этом кантеле, потому что для начала обычно используются пятиструнные инструменты. Всего лишь 5 струн, 5 нот. Ну и я вам сыграю сейчас на 5 струнах пока мелодии, парочку мелодий, которые я сделал
Ну, почти там через годик после того, как начал. Да, и считаю это ингерманландской современной народной музыкой. То есть это буквально было сделано года 3-4 назад. И я как бы инкри, в общем, считаю себя, да. Я родился в Сиверском. Потом с года я жил в Сосновом Бору. И вот у нас там на побережье, мы ездили на Шепелевское озеро, и по дороге была деревня Кандикюле. Тогда я еще не очень представлял, что это вообще, к чему это, что за странное созвучие. Ну вот, потом оказалось, что, по крайней мере, Кюля — это деревня. Теперь я это знаю. Вот, и я вам сыграю такое попурри небольшое. Несколько песен я просто подряд вам сыграю, которые я сделал, а последняя будет финская, польская. Кандикюля вальси, Меннин кевит, Сосновые шишки, следующая мелодия. И потом будет польская. Thank you.
Ну и последнюю песенку я хотел еще вам сыграть на волынке. Ну вот то, что сейчас прозвучало, это была танцевальная музыка. Очень я надеюсь, что когда-нибудь и Инкеринма будет танцевать, научится танцевать опять, да, как во многих землях в Европе тоже. После войны все было уничтожено, культура вся, и танцы, и песни, да. Вот. И во многих очень местах люди опять танцуют. Я очень надеюсь, что Инкеринма тоже когда-нибудь затанцует. Спасибо за внимание.